Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Жозеф Ноэль Сильвестр. Французский художник, известный своими исследованиями классических сцен из античности. Данные из Википедии, их не очень много. Жозеф Ноэль Сильвестр родился 24 июня 1847 года в Визье на юге-западе Франции. Начал свое обучение в качестве художника сначала в Тулузе у Тома Кутюра, затем в школе изящных искусств в Париже у Александра Кабане. Он был представителем романтического стиля академического искусства, также известного как «Арт Помпье», примерами которого является смерть Сенеки 1875 года. Галь Дюкар обезглавливает римского генерала Фламиния в битве при Тразимейне 1882 года, разграбление Рима варварами в 410 году 1890 года. И Франсуа Рут, работающий над Триумфальной аркой 1893 года. Умер 29 октября 1926 года. Ну, вот так вкратце, данные из Википедии, их не очень много, о французском художнике, который известен своими исследованиями классических сцен из античности, Жозеф Ноэль Сильвестр. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.